Activision представляет. Всем привет! Добро пожаловать на Московский международный фестиваль рекламы и маркетинга Red Apple 2013. Пойдемте, я вас познакомлю с ним поближе. Пойдемте скорее. Так, девочки, девочки. Здравствуйте, я на фестивале. Я официальный участник фестиваля Red Apple. Я из рекламного агентства, из казахстанского. Называется Good. Good. В Казахстане сейчас на немецком говорят, да? Да, особый вид матрешек, очень редкий, сторожевая матрешка. Так, это Red Apple, большой зал, пойдемте. Тут будут интересные мастер-классы, все-таки нужно выбирать по программе что-нибудь интересное. Очень клево обустроена площадка, и везде хочется попасть, и просто не знаешь куда. Первый раз на вашем фестивале, давно хотели поехать. Фестиваль держит марку. А вы откуда, из Самары? Нет, я из Москвы. Главный фестиваль страны, да, большой страны. Но хотя бы этот фактор, да, уже на все вот буквально влияет. Но есть чем сравнить, как он начинался, как он развивался. И сейчас, мне кажется, он на пике формы находится, потому что классные работы, классное жюри. И это, конечно, главное событие рекламного года. У нас выступление уже прошло. На самом деле хочу отметить, что очень хорошая такая живая аудитория, публика. Интересно, что у каждого своя точка зрения. То есть есть абсолютно противоположные мышления, да. Этот фестиваль абсолютно иной, чем то, что мы видели в прошлые годы. И спикеры открыты, доброжелательные. И публика настроена к ним тоже доброжелательно. Какими качествами должен обладать рекламщик в первую очередь? Ну, первое, естественно, стрессоустойчивость и неиссякаемая креативность. Все-таки генерировать идеи, я думаю, не каждому дано. Камасутра, веселая Камасутра? А что с ней делать? Вот, 91-я, 91-я. Я хочу заказать вот 91-ю. Что лучше, маркетинг или маркетинг? В каждом из этих есть что-то свое. Вы знаете, говорят, что маркетинг умер. Еще надо проверить. Да. Может быть, он еще дышит? Кажется, запахло маркетингом. А чем отличается маркетинг от маркетинга? Ударением. Первый правильный ответ. Зато люди живые, прекрасные, интересные и креативят, да? Вы обычный человек или нет? Обычный, да. Обычный? Да. Организатор, что можете сказать, как стартовал фестиваль, все ли удается, есть ли какие-то проблемы, может быть? Я считаю, что старт неплохой. Стартовал фестиваль, как обычно, задорно, весело, а народу в этом году достаточно много. Родабли впервые, и вообще в Москве впервые, поэтому для меня тут все... новое. Все меняется, все становятся очень живыми, очень разноплановыми, менее закостенелыми, такие требующие и желающего развития. Секции прекрасные, интересные, в каких-то залах просто не хватает мест. Так что все удалось. Больших удач в их проектах, работах и хорошей погоды. Два лайка и один репост. На дворе стоял холодный сентябрь 2013-го. В
стенах Digital October кипели самые настоящие страсти, потому что в рамках Московского международного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple 2013 года в течение двух дней, 26 и 27 сентября, традиционно собрались самые креативные люди нашей страны и стран ближнего зарубежья. Самые актуальные темы, самые интересные спикеры были здесь, благодаря вот этому человеку. С вами были Party Vision, меня зовут Сергей Беликов, Кудрявый ведущий. До новых волнующих встреч. Пока. Я рад вас приветствовать на 23-й ежегодной церемонии награждения победителей Московского международного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple 2013. Ваши полные аплодисменты.